53,36 секунды. Результат, который стал знаковым для Марии Девяткиной в получении звания мастера спорта. За это время спортсменка преодолела дистанцию в 400 метров на первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. Соревнования проходили в Екатеринбурге с 30 июня по 2 июля. 400 метров. 400 метров проводилось в два круга, где я заняла третье место. А в крайний день соревнований мы бежали с девочками эстафету 4 по 400, в которой нам удалось завоевать первое место. Норматив на звание кандидата в мастера спорта легкоатлетка выполнила около 7 лет назад. С тех пор она совершенствовала результат на соревнованиях разного уровня. Новое звание стало неожиданностью для Марии. По ее словам, нужного норматива удалось достичь благодаря упорным занятиям и поддержке тренера Алексея Колганова. 3 года назад была близка к результату, который позволил мне выполнить мастера спорта. Но как-то так все не складывалось, то одно, то другое, то там еще ковидный год был, и вот только сейчас вот получилось. Мы с тренером не обдумывали ничего, мы вообще не планировали, что так рано выполним мастера спорта. Мы знали, мы были уверены на 99%, что это будет в этом сезоне, этим летом, но не думали, что на первом серьезном старте. Получить почетное звание мало, его придется регулярно подтверждать. Сейчас Мария тренируется 6 дней в неделю и активно готовится к Кубку России. Соревнование пройдет 14 и 15 июля в Жуковском. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.